За помощь в организации форума сообщества накануне награждали в Общественной палате Северной Осетии. От имени главы республики Вячеслава Битарова благодарственные письма получили представители некоммерческих организаций, волонтерских обществ и члены Общественной палаты. 11 человек поблагодарили за активную работу. Напомним, форум сообщества прошел в мае. Мероприятие организовали в нашей республике впервые. На площадку в Владикавказе тогда съехались более 400 человек из регионов России и зарубежных стран. С удовольствием хочу поблагодарить всех, кто так или иначе был задействован в организации этого очень важного для республики события. Будем вместе и дальше работать, чтобы продвигать нашу республику, в том числе и вот в этой важной ее деятельности развития туризма на всем Северном Кавказе.